Что это? У него много названий. Регенекс, Рицел, Нектар. Оно бывает разного качества и с разными свойствами, но это самое чистое и ценное вещество, найденное домом Абрасаксов. Калик принимала ванну. Разумеется, моя сестра не объяснила, что это и откуда берется. Оно берется из людей. На каждую капсулу уходит примерно сотни человеческих существ. Что? Ваша планета — это ферма, Юпитер. Таких планет, как ваша, тысячи. Они принадлежат семьям вроде моей и обеспечивают постоянно растущий спрос на время. То есть вы убиваете 100 человек, чтобы сделать это? Не я, но... Да. Кто-то убивает. Не так, как забивают скот, конечно. Понятно, почему она не допускала нашего вмешательства в конфликты людей. Конфликты ведут к войнам, а войны способствуют прогрессу в области спасательных технологий и медицины. То есть нашей задачей было не привнести гармонию в этот мир, а обеспечить рост населения любой ценой. Мы же разводим людей как корм для целестиалов. Я не знаю, кто сейчас возьмется спорить, что человек способен там излучать всякие роды энергии, нематериальные. Эмоции уже фиксируются экспериментально, да, эмоциональный всплеск. Это выплеск энергии идет. И этим обладает, этой энергией обладают, грубо говоря, нематериальной энергией обладают и животные, и растения. А в растениях тоже все это аура фиксируется и так далее. То есть есть некий источник энергии. Представьте себе цивилизацию, которая эту энергию, способы работы с ней усвоила и освоила, и может пользоваться. В каждом из нас есть код оптимального физического состояния. Проблема в том, что у наших генов есть срок годности, заложенный в клетках. Уже очень давно кто-то придумал способ, как заменить испорченные клетки на новые. Это так же просто, как поменять перегоревшую лампочку. А где вы берете новые лампочки? Мы их выращиваем. Мне сказали, что дом Абрасаксов засеял землю. Вы там взяли материал? Ваша земля – лишь маленькая часть огромной индустрии. Ей вот этот вот разрозненный, рассеянный раньше по большим регионам, небольшие поселки, неинтересно, мало энергии. Светлячка, представьте себе. Вот он маленький, один, их вот так вот, как-то они один на одном дереве, другой на другом. Ничего не, толку не дают никакого. Соберите их в банку и потрясите. И вы получите нормальную лампочку, да? То есть источник энергии надо собирать. Они создают систему. Во-первых, концентрация населения, связанная с демографическими взлетами, взрывами и так далее. Да, вот эта плотность населения в этих регионах значительно выше, чем ранее. Они концентрируют их на единые действия. Они их концентрируют на создании единой системы материальных податей. А дальше это заменяется на нематериальное жертвоприношение. Жертвоприношение людей, животных. Быками идут. Здоровенные. У такого крови на всех идолов хватит. А почему это варяги жертвенного быка ведут? Что у нас? Своих молодцов нет? Сейчас начнет. О, боги! Мы жертву приносим вам, чтоб кровью священный союз крепить, чтоб не было вражды между нами, чтоб вместе были и в радости, и в горе, ведь братья мы! Все, как только они заменяют эту систему подати, налаживают, как раз появление массовых жертвоприношений относится к периоду именно этих цивилизаций. Когда вы наладили систему, у вас уже источники живут все вместе. Вам не нужны эти уже материальные продукты. Вы черпаете просто энергию. Зачем этот хлеб какой-то, там еще чего-то. И эти материальные продукты уже нет необходимости забирать из храмов. Из царских кладовых.
нет смысла появляться. Боги перестают появляться. Люди говорят, а, все это не нужно, значит, ну давай мы это обрушим. А система-то налажена. И система жертвоприношений, извините, работает после этого сколько тысяч лет. Это современный сценк. Тысячи животных. Нужно ли вспоминать мусульманство? Сколько чего режется? Могучий Кукулкан, чья ярость может послать этой земле забвение. Дай нам ублажить тебя нашими жертвами. Мы представляем себе источник духовной энергии, который при грамотном использовании можно доить. Его надо просто сорганизовать в нужном направлении. Вот и все. А здесь нужно было переориентировать с одного получателя на другого. Ввести некую самоподдерживающуюся систему, которую один раз ты поставил, и больше тебе не надо туда вмешиваться. Ну, иногда редкие-редкие какие-то корректировки, как с появлением христианства, мусульманства и так далее. Вот христианство отказалось от жертвоприношения, их нужно было делать. Появляется мусульманство. Потому что животные тоже душу имеют свою, пусть не такую развитую, как у человека. И тоже в момент смерти происходит выделение энергии, которое дармовое. Мы дармовой источник энергии. Мы просто сами говорим сейчас, начинаем говорить об этих энергиях, но даже те же экстрасенсы, которые владеют, те же, скажем, те, кто занимается там левитацией или телекинезом, это игры с эбонитовой палочкой по сравнению с гидроэлектростанцией. Видите? Вот то же самое. Как электричество мы освоили с самых простейших вещей, так и здесь. Если овладеть этой энергией, то мы из себя, здесь люди, представляем колоссальный источник энергии. Если его собрать и в нужное время, в нужном месте, как на бензозаправке, чтобы получить бензин нужного сорта, его нужно переработать, ввести в какую-то единую идеологию, дать единые образы, в чем мы энергию выделяем? В образах. Единые образы. Я в свое время проводил такие параллели, меня поразило, что если мы начинаем читать процедуры жертвоприношения, приготовки к жертвоприношению, то это абсолютно четкая процедура приготовления блюда, кулинарные рецепты. Что нужно делать конкретно вот с исходными составляющими, чтобы получить в итоге вкусное блюдо. Абсолютно то же самое. Он отнес в лес новорожденного. А тебе какое до этого дело? Вы не понимаете. Он убивает всех мальчиков. Одичалые служат более жестоким богам, чем ты и я. Эти мальчики – жертвоприношения. Жертвоприношения? Ну а что нам говорит мифология? Мифология говорит, цивилизацию создали боги. Боги дали основы земледелия, основы металлургии, там того же гончарного искусства и так далее, и так далее, и так далее. Если мы возьмем по мифам, практически всю социальную структуру и так далее, то основные все эти вещи прослеживаются, факт передачи, задолго до 3-го тысячелетия до нашей эры. Вот смотри. Потрясающе. Что это? Это двигатель. Здесь энергия пара преобразуется в работу. С ним они смогут возделывать поля гораздо быстрее. Скорее он их испугает. Они колесо-то всего 1000 лет знают. Ну, есть один выход. Ты подчинишь себе их разум и научишь всему по-быстрому. Твой паровой... Двигатель. Паровой рано двигатель. Еще. У тебя есть решение и попроще. Проще. Что ж, поглядим. Дамы и господа, позвольте представить вам... Плуг. В целом суть та же. Пахать почву. Другая цивилизация. Я же не говорю о сверхъестественных богах. Я говорю о представителях другой цивилизации, которые, возможно, жили тысячелетия, как это рисуют нам древние легенды и предания, но при этом все-таки были смертными. Они убивали друг друга. А что такое религия для верующего человека? Вот сама суть. Это исполнение указаний Бога. Речь идет о внешней силе, указание которой исполняется. Если мы говорим, что древние египтяне, древний шумер считали богов вполне реальными существами, значит, они исполняли указания вполне реальных существ.
Если мы возьмем мифологию, да, вот существует война, война богов, в которой там есть проигравшая сторона, есть победившая. Те боги-цивилизаторы, которые давали, собственно, вот эти все знания на начальном этапе, они оказались в роли проигравших. И там противостояние такое, которое сформулировал Блаватский очень удачно, что одна часть богов была за то, чтобы людям давать знания, а другая считала, что знания давать не надо, их нужно держать на положении рабов. Если бы мы ограждали человечество от всего, 7000 лет вы бы не смогли развиваться сами, как вам было суждено. Решающее влияние религиозного значения. То есть все регулируется богами. Только в данном случае мы это понимаем не заблуждение людей, там, которые просто ударились в какой-то культ, а реальные указания реальных богов, которые людьми просто выполняются. В основном все эти преобразования идут сверху по указанию. Соответственно, ставятся ответственные люди. Эти ответственные люди дальше по иерархии образуется, выстраивается система. Ну и именно оттуда идет выражение, что царь поставлен Богом. Не просто так. Не избранный, как это следует по Энгельсу, да, а именно поставлен Богом. И это вполне естественно, если мы говорим о преобразованиях, которые проводит другая цивилизация. Цивилизация богов. Когда я ушел, подумал, не подчинит ли сознание всех людей на планете? Забрать у них гнев, страх, алчность. Почему не стал? Потому что люди без пороков уже не люди. Тогда имеется некий внешний по отношению к человеческой цивилизации, вот конкретно там к египетской, к шумерской и так далее, некий внешний стержень, который извне управляется, и по каким-то причинам в некий момент этот стержень убирается. Убирается где-то примерно 2200 год, индская цивилизация рушится, среднеазиатская глохнет, значит, жуткая катавасия Шумер и Египет с их переходными периодами. А интересно, что наблюдаются очень сильные параллели с египетским пантеоном. То есть вот даже бог неба и его жена земля в Египте чуть-чуть наоборот. Там бог Геб – земля, а жена у него Нут – небо. Да? И тогда, если проводить какие-то параллели, то на самом деле ханаанский Эль – это тот же самый бог Ра в египетской мифологии. А Баал получается Осирисом. Причем там есть даже пересечение, Осирис тоже погибает, тоже возрождается, воскресает. Оба они связаны с земледелием, то есть пересечение очень плотно. Если мы возьмем мифологию хеттов, то она в ноль повторяет ханаанскую. Их, собственно говоря, бог Тишуп верховный – это тот же самый Баал. У него даже атрибуты такие, тот же самый бог грозы. На самом деле, если мы посмотрим древнегреческую мифологию, то у нее с хеттской идет полное пересечение. Там есть уже очень много работ по поводу этих пересечений. Вот. Ну, вот Зевс тут там борется с хеттским и луянки, грубо говоря. Вот я протрактую так, половину в греческой мифологии, половину в хеттской. Вот Зевс на самом деле тот же бог грозы, тот же Баал, только под другим именем. А от греков он перекочевывает к римлянам. Юпитер. Вы понимаете, если посмотреть вообще на все религии, на религиозные системы, то мы на самом деле имеем, никаких новых религий не возникало как таковых. Да? Не было вот что в этом регионе, что в этом регионе. События-то были одни и те же. Просто те, кто рассказывал про эти события, называли одних и тех же персонажей разными именами. Какой рассказчик, новое имя. Чуть-чуть меняются там детали истории. Но суть событий-то все равно одна и та же. Персидская мифология построена прежде всего на мифологии Междуречия. Все корни ее там. А Междуречие – это та же самая мифология, что и Анатолия, что и Ебла та же самая, то есть, что и Ханаан. Она одна и та же. Еще раз говорю, везде описываются одни и те же события.
Дело в том, что у нас практически все революции, которые состоялись на территории Земли, были вызваны именно пандемиями. Первая так называемая французская революция произошла в 1789 году, когда снесли Бастилию и многие другие тюрьмы, по которым томились люди, не пожелавшие тогда сидеть на карантине от оспы, потому что в 1765-4 году разразилась как раз эпидемия оспы. Понятно, что сама оспа не такая страшная. От нее можно было лечить, хотя уже тогда возобладали идеи Дискарида и Авиценны и лечили симптомы. А у нас лечили фитонцидами, и люди ходили в масках, такие вот длинные птичьи маски. Там были фитонциды, и люди не заболевали ни чумой, ни холерой, ни оспой, ничем. Пандемия нужна не для того, чтобы надо было спровоцировать революцию. Для этого штрафовали, садили, не давали работать. Вот наступил голод, естественно. И люди потом шли сражаться на баррикады и убивать тех, которые их охраняли, которые их садили. То есть начиналось это погромы, хаос, начиналась революция. Ну, милые руки это все в правильное русло направляли. Но в основном это было направлено на то, чтобы людей уничтожать. Потому что завоеватели очень нуждаются в наших душах. Они нуждаются в наших энзимах, белках, ферментах и так далее, которые из нас качают. Каковы характеристики этого продукта? Отличное качество, сир. Превосходный продукт. Это невероятно бодрящее сырье. И поэтому они делают, как они сами говорят, большую жатву. Вас всегда учили, что человечество зародилось на Земле, но это не так. На самом деле это произошло в системе Кунабулум на планете Орс. Чуть более миллиарда лет назад. Вашу планету обнаружили во времена так называемой Великой Экспансии. Судя по данным Содружества, эта планета была засеяна Абрасакс Индустрис примерно 100 тысяч лет назад. Человеческую ДНК вплели туземному населению, чтобы получить репродуктивную популяцию. Вопрос «зачем» тут неуместен. Как правило, пытаются создать популяцию максимального размера. Как только размеры популяции превышают возможности планеты, наступает время жатвы. Вот в 1789 году была сделана такая жатва. Ну, говорят, французская, но Франции тогда не было. Франция появилась в 1922, там, 24 году. Точно так же, как не было этого Ватикана, про который нам рассказывают жуткие исторические вещи. Ватикан всегда он был у нас в Загорске, ну или Сергиев Посад, как он сейчас называется. Вот. Ватикан сам построили в 1920 году. И вот эти революции позволяли, значит, собирать этот гавах, а это такая энергия, то есть это энергия души. То есть души шли на переработку. Они и сейчас у нас идут, потому что нам внедрили католичество. И из этой энергии, она универсальная, захватчики создают всевозможные чудесные технологии у себя. Сами они производить эту энергию не могут, в отличие от людей. Потому что люди могут. У них эмоциональная система развита хорошо у нас. Более тысячи всевозможных гормонов, которые могут, это открытых только, а не открытых еще больше, которые могут вызывать всевозможные эмоции. Кстати говоря, если говорить об эмоциях, эмоции у нас только радость и ярость остались.
А в основном остальные все, вот их больше 30, все обозначают печаль, грусть, тоска и так далее, которые как раз им дают этот галах. Точно так же, как и наши души. Потому что они тоже заражены этими эмоциями. А они живут на разрушении. Это цивилизация захватчиков-разрушителей. Я начну жатву на этой планете завтра. Вы какая-то вампирская раса? Мы дали повод к появлению многих мифов, но, уверяю, моя мать была таким же человеком, как вы и я. Разница между нами только в знаниях и технологиях. И вот они, создав первую революцию за счет ТОСПы, дальше в 1848 году была совершена вторая революция. Вторая революция, которую вызвал сыпной тиф. Сам сыпной тиф, если он в природе просто встречает, от него он, кстати, от мышей, от блох, вот он там тоже заражается, люди. Он эффективен только, когда люди голодают. А там как раз была большая вода, много погибло людей, трупы неубранные лежали на улицах, в городах. И поэтому разразился этот цепной тиф. Поэтому от него была высокая смертность. В обычных условиях от него смертность 0,02%. То есть он не такой сильный. На ослабленных людей, да, невысокая смертность. Но при обычной жизни низкая. Потом в 1870 году была третья французская революция. Но это была революция в действительности в Российской империи. Почему я говорю так? Ну, потому что тоже Николай I и Наполеон II одно лицо. Тот же Александр II, допустим, да, это Атон, Атон I, римский император. Александр III, ну, это Максимиан. А если говорить об Александре I, то вообще не Ром. Сам Наполеон, это Калигула. Они по внешности похожи, если сравнивать их. То есть мы говорим Российская империя, но это в действительности Римская империя. Потому что мы в рабстве у римлян, у песеглавцев или песенагов. По Карамзину это печенеги. Все революции были мировыми одновременно по всей земле из-за пандемии. В 1870 году она была вызвана холерой. И вот начинались опять те же самые карантины, ношение масок, перчаток. Ну, вы помните, все у нас дворяне ходили в перчаток и меняли перчатки каждый день. Ну, потому что была пандемия. Зачем ходить в перчатках? В 1905 году новая, тоже четвертая революция в Римской империи или в Российской империи. Российскую империю ее назвали не так давно. Но нам объясняют, что это при Елизавете это вот произошло, что она якобы очень любила розы, поэтому российская. Но в действительности российская того, что у нас еще был рост в начале 19 века, все-таки еще жили атланты и были наряду, так сказать, с атлантами и люди нашего роста. Поэтому Россия. В основном были высокие люди. И вот в 1905 году случилась четвертая мировая революция, ну, которую назвали первой русской революцией. За счет инфлюенции. Инфлюенция – это, в общем-то, разновидность гриппа. И вообще просто удалось запугать население. И как статистика опять показывает, у нас 13% людей гибнет от самой пандемии, а 87% гибнет от страха, что они заболеют этой пандемией. Ну, важно не просто убить,
Важно, чтобы жертва ее увидела и испугалась. Развитый человеческий мозг отлично стимулирует выработку кортизола при страхе. На этой планете мы чемпионы по умению качественно бояться. Это существо, по сути, питается кортизолом. У нас происходят войны, а мы ничего не знаем. У нас 20, например, ядерных взрывов произошло на Земле, которые не делали ни американцы, ни мы, ни Китай, ни Англия. Но никто из владеющих ядерным оружием не делал. Тем не менее, они происходили. То есть это закулиса воюет между собой. А у нас закулисных стран в действительности ни одна. Не только пятиглавцы. У нас и анты, у нас и варяги, и та же самая Грата, и та же самая Арсания. То есть это все параллельные страны, которые, кстати, ненавидят нас. Ненавидят нас, потому что нашими руками вот эта закулисная Римская империя, пятиглавская, она уничтожала и воевала с ними в свое время. С готами так расправились, с теми же, с хазарами расправились. То есть всегда мы были виноваты. Хотя народ в настоящее время об этом ничего не знает. Посланы на землю, дабы на свет появился Целестиал Тиамут. Раз в миллиард лет должны рождаться новые Целестиалы. Я высаживаю их семена в материнские планеты по всей Вселенной. Планета Земля была избрана взрастить Целестиала Тиамута. Для развития Тиамуту нужен колоссальный объем энергии от разумных существ. Девианты не давали ему расти, пожирая людей. Но вечные перебили хищников. Теперь человеческая популяция данной планеты достигла необходимого уровня. Пора приступать к пробуждению. Все земляне погибнут. Закат одного из миров, Серси, становится зарей другого. Наша Вселенная — это бесконечный круговорот энергии. Непрерывный цикл сотворения и разрушения. Целестиалы используют энергию, собранную на материнских планетах, чтобы создавать светила, порождая гравитацию, тепло и свет для формирования новых галактик. Без нас во Вселенной воцарится тьма. И вся жизнь исчезнет.